Hey, guys, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру под названием Street of Rage 2. В прошлой серии мы победили Бурбона, теперь мы с вами на мосту. Это тоже довольно такой не очень уровень, поймете сейчас почему. Надеюсь, вы уже поняли. Тут очень мотоциклисты надоедливые. Да ладно, я... Какого чёрта? Мотоциклисты очень надоедливые. Я не знаю, как контролить радиус прыжка, но чтобы по ним попасть именно. Но это надо уметь. Ну, либо так. Это была подстава. Это подстава. А ты что, палку взять не можешь, да? Все. Они хотят у меня палку забрать. Видите, они тоже подбегают и подбирают палку. Ну ладно. А, я курочку не успел взять. Если что, тут между переходами немножко КП восстанавливается. Вот эти крысы меня тогда напали. Я этого не ожидал, что они меня окружают. Я думал, типа, это задники, знаете. А потом, когда ты понимаешь, что это не задники, ты такой, ясно. Так, поехали, мост. Как вы видите, у обычных врагов уже у нас по 4 удара надо. Джозеф. Они сами не подходят. А он даже не хочет в радиус моего удара подходить. Поэтому приходится самому подходить.
ту. Вот это, короче, типа ракетчника. Его лучше убивать только в прыжке, потому что либо он нам проблем создаст, очень сильных, поверьте. Вот таких вот наподобие. Вот это его самая сильная атака. Я не знаю, как по тени смотреть, где его бить. Это сложно. Джет. Ну, походу, джет, типа, джетпак, поняли? Все. Он отлетел. Ну, в принципе, вот и на этом и все. Да, типа, это короткий уровень был. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И я вас, походу, все-таки обманул. Я записал не 4 серии до этого, а 3, потому что я вот это прошел и все. Поэтому всем пока.